Доброе утро! Сегодня 11 ноября 2016 года, День ветеранов. Обычно в этот день мой муж ходит на парад, а я снова забыла. В прошлом году он не пошел, погода была плохая, а сегодня я с ним не пойду, потому что я вчера в школу не пошла. Сегодня пошла в школу и пропущу этот парад. Ну, вообще, когда-нибудь схожу и вам его покажу. А у нас на улице сегодня с утра 15 градусов, и я оделась вот в такое вот... пальто, наверное, все-таки его надо назвать. Я его покупала не то весной, не то летом. И планировала его увезти подруге, но не увезла. Поэтому вот пройдусь хотя бы разочек или два. А потом уже подарю со своего барского плеча. То есть пальто сейчас ближе сяду, еще покажу, напомню, какое оно шикарное такое вот ощущение. И покупала-то я его исключительно для подруги, потому что у нее... в институте была кофточка махеровая, вот такая длинненькая, связанная ее собственными руками. Она ее перевязывала несколько раз разными способами и носила с правдишными джинсами, что тогда было невероятно важно. Так, я нашла такие синенькие в рисуночек штанишки. У меня сапоги неправильные, но уже некогда переобуваться. У меня есть точно такого же сапожки, прямо вот с сапожками. А это босоножечки. Но маленькая пяточка висит, пусть уже висит. Такое будет маленькое, непонятно для чего дополнение. Под низ я надела вот такую вот кофточку. И она вот с такими короткими рукавами, потому что здесь надо, чтобы было вот попроще рукам-то заходить. Руки-то уже такие солидные у нас. И вот такое вот пальтишечко у меня связанное тут вот на ремешочек, на поясочек. Вся вот такая я немножечко даже для себя необычная, но образ мне нравится. Из украшений на грудь ничего, потому как некуда. На руках я вспомнила свой шикарный, любимый браслет. Он из кубачинского серебра. Я его привозила откуда-то из Кисловодска 100 лет назад. Очень люблю. У меня сережки есть такие, колечки есть такие. Но браслет мне вот всегда был по душе. А я его держу отдельно, потому что он вот такой разомкнутый, и чтобы он не падал, я его храню в другом месте и всегда про него забываю. Здесь у нас любимое колечко с лаписом. По-русски забыла снова. Ну ладно. И это мои крылышки. А здесь вот очень дорогое кольцо, которое папа мне купил еще до моего приезда. И вот это вот тоже любимое колечко, которое у меня из комплекта. Из ароматов у нас будет голубые духи от Веры Ванг. Со шлейфом буду ходить, такая со шлейфом по школе. Пусть детки вдыхают приятный аромат. А с вами была Галина Смесь. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока. Вот видите, какая у меня тут текстурка. Вот она такая вот. Пока-пока.